Ребята, всем большой привет! Мы с Анён, с Минхёнджу, с Аней Ювенской и просто красивой девочкой после работы, после занятий по математике и английскому приехали в магазин Ева посмотреть Анечке очищающий то ли лосьон, то ли что, тоник, пенку, что-нибудь для очищения. Ну, я себе тоже, может, что-нибудь посмотрю. У нас на улице такой дождь, сейчас покажу вам. Смотрите, у нас такой дождь спонтанно пошел. Это капец. Столько воды было в городе. Ну да ничего, на машине это вообще балдеж. Без машины, конечно, бы трэш был. Все, Доча, ты готова? А можно вообще показать? Вот такое надо мне. Вот этой фирмы мы хотим, да. И я видела это в Еве. У Доти сегодня красивые две косички я заплела. Это колоски. Колоски. Покажи назад, повернись. Ну повернись. Не треба, там криво все. Мама накуёхдала. И у Ани сегодня легкий дневной макияж. Такая красотка в шортиках и в рубашечке. Все, Анён, погнали. Чё ты мне привет каешь? Это привет, Анён? Да. Просто Аня, Анён как-то сочетается. Это вообще не сочетается. Ну ладно, Минхёнджу, погнали уже. Смотрите, сколько у нас воды. Ой. Ой. Доча, ты меня ждешь? Сейчас я закрою машину. Все. Ой, а мне нравится, да, под дождем? Ну, вот по таким легеньким, не так, как только что ливень был. Я вообще так стала красиво, да? Не такая, как все. Пошли, красивая, побежали, вернее. Тебе тоже нравится. Джентльмен дождь. Никогда не бегает. Ты не джентльмен. Ой. Джентльмен. Боже, мы уже на работу ходим в эти магазины, да? Это вообще каждый день какой-то магазин. Мы одни? Бери корзиночку. Зачем? Помаранчевую бери. Зачем? Да ну, чтобы в руках носить то, что мы выберем. Что, пошли выбирать. Ты хоть название фирмы помнишь? Нет. О, гантики и шляпки. 170 гривен. А мне кажется, это не здесь, это с обратной стороны. Там, где эти всякие очищающие. Это крема для рук и для ног. Так, давай выберем. В этих рядах стояла, видела. Вот, как корова. Вот, вот, вот оно. Да? Нет. Это такая это фирма. Сыворотка. Ты уверена? Нет. Да, это сыроводка. Сыроводка вообще-то. Сыроводка для облыча. А вот еще, смотри, это не та фирма? Нет, это... Я же тебе показала, как оно выглядит. Вот так вот. Надо спрашивать у консультанта. Мы так можем не разобраться. Мы одни в магазине. И никого. Кстати, сейчас у них столько акций появилось. Я вчера, по-моему, или позавчера обратила внимание. Очень много и довольно неплохие цены у них на косметику снизились. Мне нравятся Буржуа и Лореаль и Макс Фактор. Такие фирмы, где более-менее. Ну что, подойдут? Нет, у них ничего. Нету такого? Нету. Ты картинку показала? Да. Ну бери сыроводку. Можно на рынке купить. Сыворочу себя. Давай купим на рынке обычные натуральные сыроводки. Аня, 200 гривен на рынке, блин, 3 рубля. Вот этот маркетинг меня убивает. Вот такой у меня есть, алоэ вера. Фигня с фигней. А ты вот это не пробовала мое очищающее пенка? Не подходит? Не нравится. Вообще ничего не бачу, я слепа. Это телефончик, гаджеты. Регенерацию клетин. Боже, детка. Что за чтение? Спасибо за стосувание. Да, они там так мелко написано. Востосувание. Господи, не позорьте. Девочка, не позорьте. Давай, прочтешь, догоняй. И шел второй час выбора. Фу, боже, поставь на место.
Шел второй час выбора косметики. Я тебе прочитала надпись. Что делала в школе? Детка. Давай мама тебя выберет. У меня вот такое есть. Ты не пробовала? Это маска осветляющая. Не надо мне такое. Бери Корею. Ты любишь свою Корею? Вот бери Корею. За дорого тебе дорого. Ну, слышишь, 270 гривен за якусь корову. Я тебе говорю, на рынок купи сыворотки, пойди. И все будет нормально. А из вот тех, что там за эти рожицы? Это не пен. Ну, ты не обязательно пенку. Смотри, очищающее все. Это крем для... Нет, не надо мне такое. Это что? Это пенка для вымывания, это очищение пор. Вот. Она сколько? Дешевле. Вот, читай по нее. Вот. Маму цена устраивает. 270 и 200, есть разница? О, смотри, ну как, тоже тебе надо. Это я свинья, что ли? Сама такая. Спасибо. Красивая коробочка. Ты нюхай, понюхай. Коробочку ты выкинешь первые 10 секунд. И маме дай. Фу, что он так действительно воняет? Почему она все воняет? Может быть, ну, такая просто линейка, которая без это парфюма. Это как дегтярное мое мыло воняет. Кстати, ты моешь все дегтярное да. мыло? Ну так и все, зачем тратить деньги? Зачем платить? Зачем платить больше? Где ты бабушки патчи смотрела? Это слишком дорого, там надо смотреть. Бабушке дорого, за 40 гривен ты что гонишь? 40, это не патчи, а, да зачем ей набор, действительно? Она ж, можно взять паковочкой. Так что делать? Я пошла патчи бабушке выбирать. Вот это? Ну, если запах тебе нравится, тебе ж не нравится запах. Только, Ань, чтобы ты пользовалась, они так купили и будут стоять. А из вот этого, не хочешь сыроватку эту, нет? Зачем мне сыроватку? Хотя зачем тебе, да. Так что, берем это, да? Ну, если тебе понравилось, бери со свиньей. Пошли быстро, выберем эти патчи. Давай, выбери бабушки. Сейчас я выберу. Только хорошие, не это. Вот эта фигня, вот за 20 гривен я как-то брала, фигня. Вот такой, ты же как-то хотела купить просто вот такой. Что-то тут, говорю, особого выбора на патчи нету. Возьми эти вот за 25. Какие-то паксы. Эффект 8. Нет, это что-то... Нет, это не патчи, мама. Это что-то вдвоем что-то. Это патчи. Ну что это? Положи. Для шкиры на вколо очей. Ну все, даже золото. Да то фигня, я пробовала, они никакие. Вот это возьми, пусть попробует. Не понравится, другое возьмем. Пошли дальше. Сейчас. Ты его где брала? Да, оно дает. Понятно. Да, это он. А где ты его взяла? А. А есть упакованный? Только такой самый запах. Такой есть? Кэнди. Кэнди какой-то нет. Оранжевый. Нет? И в подсорке нет. Их сейчас не привозят вообще. А вот этот второй ты нюхала, не нравится? Не то, да? Блин. А, обидно. Тебе пойдет. Ну такой спокойный. Мне пойдет? Тебе нравится? А ну, наклони. Ну, а что это за город? Какой-то этот, архитектура какая-то. Что он такой помятый? Типа Италия. А, это башня вот эта, что падает. Это Италия. Ну, такой средний обычный зонт. Давай другие посмотрим. И чем другие? Тебе это понравится? А какой? Покажи. А, вот смотри, что у меня. Что? Ой, нет. Фу, мама. Такой. Что это как из жопы? Фу. Трэш. Чего? Это полный кринж. Он красивый? Нет. Как будто наизнанку вывернут. У тебя прикольный такой. Нет. Давай еще посмотрим, варианты есть. Давай. О, какой-то коктейльчик. А ну одень на себя его. Ну, хороший, не моркой будет. А ну сзади так повернись и на плечика. Да, хороший. Нравится тебе? Не главное, чтобы тебе. А? Аня, тебе нравится или такое себе? Если такое себе, то не бери. Да ну ты потом опять не будешь задалбывать. Давай брать. Слышишь, задалбывать? Ну да. А когда дождь идет, ты вечно без зонта. Ну что? Тогда ложи на место. Нет. Он, короче, с этим, с каким-то бокальчиком. С котом. Это бокальчик. Я
Ой, привет. Это бокальчик. Берем, нет? Чуть ты кто? Мы работали, учились вместе. Где? Внизу. Старать на радость. Ой. Так, идем далее. Поперек булыть. В гаджетах сидеть. Боком выходит. Достаем. Так, все, девочки. А Д? А, да, средний, с ручками, если можно. С таким аппетитом? Да. Зон 270, да? Да, нет. А сколько? 269. 349 не бывает. Не, мы не хочем так. Кать! Сложу вот это пробку. 269? Он дороже. Парасольку. А? Парасольку ведь меня там? А ее цена какая все-таки? Просто выбивается, цена просто 49 гривен. Не, выбивается. Тебе он дуже понравился? Mm-hmm. Не, не дуже. Вот так, когда не купили любимому ребенку зонтик, да, Дотя? Ничего, туалетная бумага спасла. Не настолько он тебе зашел, да? Не идет. Очень. Не, ну не серьезно, там качество не тянет. Ну 270 еще, ладно. Бумага упала. Ты что? Ой. Она же белоснежная, Дотя. Теперь нет. Ну, вытри. Хорошо, что она в упаковке. Хуже, если бы она была без упаковки. Ну и каково оно готовить? Сам ловлю, сам чищу, сам готовлю. Сам пью, сам гуляю. А потом буду петь песенку. Какую? Антошка, Антошка, бери быстрее ложку. И что дальше? Вот мультик посмотреть. И что дальше? А там тили-тили, проливали, это мы. Ну, девочка, лежи мне ножку, лежи. Моя красивая девочка. Она скучает. Ну, еще будут язвительные эти предложения? Вы, пожалуйста, после себя песечку уберете? Я за тобой всегда убираю. Да ладно. А вы за собой даже свет не выключили. Где? Аня, иди сюда. Где свет? Сейчас. У меня есть свидетель. А, ну давай. Дочь, а кто свет не выключил? Где? В доме. Где? В комнате. Когда? Когда ты пошла за помидорами. Я выключала. И что? Ты вообще не экономишь. Борец за справедливость. Я не борец за справедливость. Я уже хочу есть. Классно. Они уже скорчат. Да. И как-то. И ты хоть бы свет включил, блогер. О, ячневая каша. Очень аппетитная. Что тебя так они сильно шумно жарятся? Прям идеально нарезано. Чуселька в чусельку. Ты моя красивая. У наших ног красивая, у наших ног любимая. А где второй питомец? А? Где Феликс? Пошли. Ищи Феликса. Быстро, где? Ищи. Аня, где Феликс? Где Феля? Феля где? Пошли искать, бегом, ищи. Ищи Фелю, где? Где? А, вот ты. Филюшечка, он уже на кс отзывается у нас. Гляся. Уйди с кадра. Филюшечка. Гранти. Господи. Деся, дай мне котика в кадр. Лапа держи. Деся, он маленький, Джесси. Ты его раздавишь. Ты же слон, Джесси. Да ну, Джесси, аккуратнее, нежнее.
Аня, она мне не дает снять Феликса. Боже, бедняга. Ну не трогай его, Джесси. Ну царапнет же тебя. Царапнет за нос. Будет больно. Филюнчик. Красивый. И ты красивая кобыла. Филюнчик. Боже. Джесси, уймися. Уймися, Джесси. Ну ты же воспитанная собака. Ну, ну на что им тебе надо? Ты лучше всех. Ты самая красивая. Самая. Самая. Феликс, ты тоже? Ничего. Филюша. Дурненький. Филюнчик. Кто там? Кто там? Джесси, кто? Быстро. Кто? Узнать. Кто? Бегом. Кто пришел? Кто пришел? Кто? Там дождь. Не пойдем. Ну что, ты уже все перевела? Я делаю историю. Тебе не надо маска волк для лица? Не, не надо. Не надо? Нет. Смотри на картинку. А не еще, что это мое, да? Что, папе жалко? У папы чистое лицо. Да ладно. Ну, так, и мы будем, я мажу себе достаточно. И таких, и не таких, и лучше, и хуже. Давай уже есть. Боже, забрызгал всю печку, Вова. Я не могу это смотреть. Позовешь меня, когда закончишь. А я вообще-то приготовила салатик. Вот так. Ты видишь, Вова, какой я салатик забесила? Два вида сыра и помидорки. И компотик я сварила. Груша, яблоко и персик. И кто скажет, что я не хороша? А что ж ты игрушки не нарезала? Я варю варенье. А твои игрушки отдыхают с лучших времен. Они ж пропадут. Не пропадут, они еще зеленковатые. У тебя хорошо получается, они будут отвлекать. Хорошо, выключаем. Да, пусть она стоится. Это на... Да, мама говорила, что она солила. Это на войну ты слушаешь, да? На войну, на войну. Что я там снимаю. Это на стратегический запас? Это бартом, чем-то запас, как хочешь. Если хочешь, то тебе и променяйте. Я бы сказала, на что оно похоже. Итак, совместными усилиями мы приготовили кашу-размазню. Да что это вообще за еда? Бабушка вот сказала, что есть каша-размазня. Папа! Бурзая вот одежка. Что, подарили тут? Кашу размазню, сейчас тебя хлопусь. Дюще не нравится їсти. А что ты это папа? Я таке їсти не буду. Ты будешь аж за вухами. Не буду. Это называется каша размазня. Не хочу я її їсти. Ячневая каша размазня. Всем приятного аппетита. Каша именно. Не наедаешься, не наедаешься. Сгущенку тырешь. Знаю, что у тебя есть вкусняшка. Капец. А тебе нельзя. А мне нельзя. Да. Дайте колбаску котику. Оторви половинку. Кисюльчик. Ты колбасу... Ты видел? Забрала. Ты дурашка, ты балбес. Джесси, разве можно быть такой? Все, Феликс. Что? Феликс, ты дурашка, все. Уйду от тебя. Ты не идешь, на улице дождь и все мокро. Ой, сейчас покажу вам, у нас так все свежо, все мокро. Помидорам, конечно, капец. Завтра надо будет
высобировать их. Видите, они уже так сохнут и берутся этим, короче, как ржавчиной после дождя. У нас неделю назад были дожди обильно. Но ничего, тем не менее, мы и закрыли. Мы и кушаем. Мои цветочки с Амстердама. О, вот этот открылся свеженький. А этот уже отцветает. Он все равно шикарный цветок. Поломался от тяжести. Шикарный цветок. Шикарные астры. Представляете, купила, они все в белом цвете. Все беленькие. Сейчас я отсюда выйду. Петунии мои намокли. Ой, хорошо хоть аж дышать. Аж дышать, да, Цезарь, хорошо? Цезарик. Аж дышать легче. Мой красивый кожаный нос. Мой красивый кожаный нос. Мальчик красивый такой наш. Красивый. В дом не берут. Не берут. К той парочке, да? Цезик, не берут. Смотрите, какой у меня шикарный цветок. Я его пересадила в горшок отдельно и поставила в тенек. Как он себя прекрасно чувствует на фоне веника. Название не знаю его, но он мне очень нравится. Я его когда-то купила, по-моему, в подгороднем где-то. Вот. Сейчас ходим еще к реке. Газон мне испоганили собаки, но я пока жду, чтобы жара упала, и мы посадим, подсеем туда новые семена. Слушайте, качелю сделали, и практически на ней не катаемся. Все некогда. Ой. Ой, какой красивый этот. Сейчас закат будет. Река такая спокойная, как зеркало. Ой, кайф. Сейчас самое... А, он сидит на рыбалке, дяденька. Сейчас самое время сидеть на рыбалке. Так тихо. Видите, как красиво солнце вдали там садится. Сейчас еще пройдусь к нашим курочкам и петушку. А, смотрите, у меня эта юка по второму кругу цветет. Вот этот основной ствол срезали, и пошли молодые паганы. Класс? Класс. Кто там? Кто у вас бегает? Ах ты такой! Воришка. Куры мокрые. Здравствуйте, куры. Где ваш предводитель? Боже, мокрые. О, бежит, бежит, бежит. Петя. Значит, все на улице, а ты в курятнику. Петя. Кстати, чтобы вы понимали, этот петух топчет обычных курей. Ах ты! Мне же больно дёбнуло. Топчет обычных курей, представляете? Не знаю, каким образом он умудряется залезть на них. Но Вова видел, рассказывал, что он еще тот самец. Поэтому у нас яйца оплодотворенные. Вот так. Шикарные. Ох и Петя. Темперамент, характер, боже, с первого дня. Если предыдущий петух был таким каким-то пассивным, то этот прям боец. Ох, вот так. Так, скажи, маленький, да удаленький. Тут чего походка стоит, о многом говорит. Ну, красивый мальчик, красивый. Петюня. А куры так намокли, такие их будто облезло, их будто их не кормят. Но они вообще молодцы, они себя оправдали. Яйца несут регулярно.
хорошие яйца, желтые. Удачных кур взял Вова по весне. Единственное, с петухом нас не срослось в предыдущем. Ой, красивый, красивый. От Степа. Ты что, тоже не наелась? Только отужинали, детка. Илюшечка, ты все наблюдаешь? Кто чем занят? Филюнчик. Филюнчик. А ты не можешь прям. На два фронта. Там колбаса, тут филя, да? Джесси, там колбаса, тут филя. Вот так. Кстати, она уже везде перехватила. А филя лопух. Ты пришел ко мне мириться? Нет, я тебе просто виноград хочу. Моя девочка пришла. Хочешь? Когда муж подмазывается, покажи. Я оценю. Это наш? Да. Мытый? Да. Это все мне? Тебе. Я же лопну. И все? И все. А где приятного аппетита? Джесси, пойдем. А где приятного аппетита? Кушать мне, да, пойти. Домашний виноград. Мазается. Ну вот и все. Мой влог сегодняшний подходит к завершению. И хочу всех поблагодарить, кто смотрит, кто активно ставит лайки, кто комментирует. Вам всем хочу выразить огромную благодарность. Вот прям честно, от души, от искреннего сердца. Я не ожидала, что будут такие люди, которым мы будем нравиться. Ну, даже не тот факт, что мы там нравимся, а тот факт, что люди смотрят, людям интересно, наверное. Кому интересно, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. У нас почти уже 2000 человек. Еще немножечко дожать, и будет 2000 зрителей. Боже, могла ли я такое мечтать? Нет, я хотела 1000. Уже почти 2, ну вы представляете. Всем отдельно и каждому огромное спасибо еще раз. А мы увидимся с вами уже завтра, в завтрашнем влоге. Завтра суббота. Планов море, помидоры надо спасать после дождя, будем крутить томат, будем убираться в доме, может придумаем куда-то к вечерку, проедемся, прогуляемся, все будет делаться спонтанно. Поэтому всем хорошего вечера и до завтра.